А назад можно? Кстати, назад можно? Ладно, наверняка там заперто. Ох. Ну, зато спаслись от той штуки. Как она за нами прошла? Ну, это смешно. Там же вода кругом. Так, ладно. Давайте посмотрим, что тут у нас. Рыбки у нас тут. Сохранение. Так, фонарь включен. Выключен. Ух ты, это что такое? Мины, что ли? Так, давайте найдем омикрон. Спасибо, что подсказал. Сейчас опять, блин, придется искать. Заблужусь, как всегда. Отказ питания. А вот там... Там, по-моему, Нет, тоже отказ питания. Ну, прыгай, чё ты не прыгаешь? Отлично. Не люблю такие большие пространства из-за того, что мне, ну, вы знаете меня уже, я очень, если я туплю, то, блин, ну, придется большие расстояния напрасно преодолевать. Отсюда вывод один: либо переставать тупить, что крайне сложно. Это омикрон. Либо решать первую проблему. Надеюсь, там есть еще скафандр. А что забыл, зачем нам менять отказ питания? А. Ну, в общем, понятно. Нам, видимо, запитать надо это все. Это все дело. Вот это вот интересно. Нам... Подожди, а вот там... Сейчас, подожди, тут... Это звуки в игре или у меня в голове какие-то такие? Жестко, жестко. Так, давайте... А, вот здесь вот есть какая-то лестница. Ну, хорошо, раз предлагаете, надо залезть. Ага. А, это, я думал, связь какая-то происходит. Опять отказ питания, да? Ручное управление. Не, подожди, чувак. Перед промывкой обязательно откройте клапан и включите насос. Промыв. Открыть клапан. Блин, ну, я не знаю. Может быть, вот это? Это не клапан. Черт, ну непонятно. Нагнетательный насос. А, подожди, вот что-то тут еще. А это что? А, все заблочено. А, это тоже заблочено. Открыть клапан. Ага, вот. А где клапан? Ага. Это мы что сделали? Непонятно. А, подожди, вот, мы открыли клапан. Перед промывкой обязательно откройте клапан и выключите насос. И что сделать? Видимо, вот это. Нагнетательный насос. Но мы его включили, видимо, да? А, здесь, видимо, вода сейчас отсюда откачается. И включите насос. Хорошо. Короче, просто понажимать надо было все. Интересно, откуда здесь воздух появился, если мы на дне океана?
А вот туда можно, наверное, теперь подняться. Сохранение. А что, все равно, да? Хорошо. А, там открылось, по-моему, да. Ага, мы в какой-то башенке. Хорошо, хорошо. Так, давайте шерстить здесь все. Что, что опять? Что опять за звуки такие страшные? Что-то залагало мне все. Все, доволен, давай. А, можно скоммуницироваться. Communication. Ну, конечно, у него мозги пробиты, ничего не получил, не получится. Наконец-то. Что? А, вот ты. Где мы? Мы рядом с омикроном, небольшим зданием, соединенным с главной станцией. Разве не видно? Нет, у меня ограниченный обзор. На мой доступ к системе наложены сильные ограничения. Нашли энергокостюм? Пока нет. Пытаюсь выяснить, как попасть в омикрон. Большое здание. А, ладно. Продолжайте. И все? Больше ничего? Удачи. Отлично. Молодец. Кэт, а как вам удается с этим смириться? Да, действительно. Ну, хотя бы с тем, чтобы говорящая коробка, а не человек. Ну, это неплохо. Значит, вас совсем не беспокоит, что у вас нет тел? Скоро будет. Вы прямо пробуждаете во мне самосознание. Да ладно, мам, я серьезно. Мне и человеком-то не очень удобно было. Начнем с того. Невелика разница. Я бы испугался, если бы двигаться не мог. Хорошо, что в коробке вы, а не я. Будь у меня тело, все было бы чуточку проще, но вы и так хорошо справляетесь. Да, я подумал, вам же легче было бы, если бы вы могли размяться. Мои физические ограничения не полностью отражаются в восприятии. Я чувствую себя человеком, как и прежде, только подвешенным в воздухе. Что даже любопытно, если так подумать. Пипец. Вот оно будущее, ребят. Кэт, зачем, по-вашему, меня создали? Зачем этот И? Зачем Нио меня сюда перенесло? Вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем. Есть у меня предположения, но их не проверить. Как вы думаете, зачем Нио меня сюда перенесло? У Нио есть разные предназначения, но все они происходят из одной идеи — сохранить человечество. Когда в Землю ударила комета, и всех людей живых осталась только малая часть, Нио начало реагировать. Оно восстанавливает человечество? Думаю, да, но вряд ли под ним он понимает то же, что и... Да. Очень интересные эти все задумки. Зачем нас сюда перенесли? Кэтрина, мы с вами живы? Ну, на это ответить невозможно. Нет однозначных терминов. Я просто подумал, может, можно узнать, понять, стоит ли жить такой жизнью. Вы полагаете, что сильно изменились, но так ли это? Я не знаю. Сам в себе я отличий почти не чувствую, но мир совсем другой. Я раньше и не думал, что восприятие себя так зависит от того, где я нахожусь. То есть? Мне не хватает Торонто. Не потому, что там моя семья и друзья, а потому что там мое место. В Торонто я знаю, кто я и где я. Интересное наблюдение. Просто пипец, как бы, да. Вы идете в школу, а потом бац, и вы на космическом корабле. И вы, блин, таракан. И вас пытаются убить люди. А че мухи-то тут летают? Вот какая загадка, откуда они здесь взялись. Так, ну давайте дергать за кнопочки. А, тут понятно. А, куда нам надо-то? Вот к этой штуке подвести или что? Твою мать. Блять, какой-то ребус. Я не пойму. А, подожди, может схема какая есть? Нет, схемы нет. Так, ты идешь в жопу, здесь тоже.
Нет, здесь ничего нет. Да, все это, конечно, ужасно. С этим самосознанием. Но зато, мне кажется, мы в некотором смысле бессмертный робот. Да. А, понял, здесь, видимо, надо настроить какой-то. Меняется, да, вот эта фигня. Так, я не пойму, что мне надо сделать. Увеличить питание, судя по всему. Но не понимаю, как. Принцип. А, все, да? Все? Или нет? Может быть, все? А чё как? Похоже, тут все работает от резерва. Но в чем смысл? В Эпсилоне производится много энергии. Попробуйте направить ее сюда. А я не направил сейчас? А если я, наоборот, все потрачу? За херодин. Отказ питания. Может, надо заполнить все эти ячейки? За говно опять. Да твою мать. Что меняется-то, я не понимаю. Кстати, нам... А, нам еще выше можно залезть. Да так, исследую. Ха-ха-ха. Адаму Голаске приказан как можно скорее прибыть на Тету. Зашибись. Ага. Я пытался... Гаск, я пытался узнать, что происходит, но мне ничего не говорят. Я знаю только, что они постоянно спрашивают, умер ты или пропал. Видимо, что-то их напугал. Лучше уж тебе их послушать. Херби. Ой, мне бы схемку какую-нибудь... А это, видимо... Так, дополняшка. Дополняшка. Здесь ничего нет интересного. Шучка. Твою мать. Да, ничего полезного мы не нашли. Ох, щит, кадем, печь. Подожди, а может как-то, я не знаю... Ну, скорее всего, здесь что-то надо сделать. Подожди-ка, а можно ли эту штуку? Видимо, нет. Здесь тоже ничего, отказ питания. Так, ну ладно, давайте попробуем еще раз. Что тут можно сделать? Я просто не понимаю. Ага, подожди. А то, что тут сгоревшие херни. Подожди, а может быть нужно... Нет? Ничего не включилось? Не включилось. Ну, еще. Я просто проверяю, может, питание доходит таким образом. Нет.
Да твою мать. Собака. Ну в чем тут суть-то, ребята? В чем суть тут? Подожди, может сюда надо довести до конца вправо? А, эта херня не работает, да? Нет, это что-то... Это не работает. А тут разбитое, что ли? А. Подожди-ка. Да, детка. Я просто не знал, где тут выход и вход у этого конструкции. Мне почему-то показалось... Ладно. Ну, это следовало бы догадаться, кстати, что вправо надо. Хорошо, надеюсь, ты не оживешь и не напугаешь меня, очень страшно. Твою мать, пароль нужен. Способ снять блокировку. Осмотрите комнату. Карбин, у нас более... Карбин! Звон в ушах просто адский. Прости, остались только сильнодействующие морфиновые. Давай. Просто голова уже взрывается. Нельзя, это для экстренных случаев. И Кэмерон думает, что звон прекратится, когда рост дойдет до 100%. Ну так пусть нахрен поторопится. Осталось несколько часов. Ты подожди. Сразу сообщи. Хорошо, я тут... Дела кое-какие есть. Короче, потом поговорим, ага? Конечно, Херб. Я перегрузила его черный ящик. У людей есть черные ящики? Здесь есть политика компании. Они записывают жизненные показатели, чтобы врачам было проще вас лечить. Вот как я слышу мертвых. Да, вы же можете анализировать черные ящики, как интерком на ТЭДе. All right. Вы тоже слышите этот шум? Да. Кэтрин, это вы сделали? Что? Неважно. Ой. Обновление системы. Так. 2098 год. Примечание. Обновление включает черные ящики, задействованных протокола и... Примечание совершено, не нужно защита обновления. Да, подожди, там еще, помню, все. 150. Кажется, разгадал. Что? Почему у меня такое чувство, что нас заманили в ловушку? О чем это вы? Да, кстати, в этот искусственный интеллект нас это в ловушку просто, короче, грохнет. Твою мать, я забыл. 10.50, что ли, или что там было написано? Вот гад. Вот память. Да, 10.50. На микроне убрали заслонки. Блокировка отменена. Кто-то хочет, чтобы мы зашли внутрь. А нам туда и надо. В чем проблема-то? Идемте скорее. Я думаю, нам хана. Ну, во-первых, мы сами пароль нашли. Я нашел, молодец. Ну, видимо, сейчас надо будет...
Как они сюда воздух накачали, мне непонятно. Из запасов, что ли, с каких-то? Сохранение. Что ж, погнали. Вспомнить бы куда. А вот интересно, что тут за спуск был? Я подумал, можно туда. О, наш друг вроде. Надеюсь. Вот сюда можно спуститься, типа. Не, реально, я вот думаю. Нет, нет, нет! Нет. Блин. Ну ладно, зато узнали, что там хоть. Просто я подумал, что там такая конструкция, как будто можно... Да. Я лох. Ладно. Стоп. Зачем использовать лестницу, да? Под водой. Да хрен он откроется. И не отвечает еще никто. Что за циничной тварью надо быть, чтобы вот так нас бросить подыхать? Вы не понимаете? Они мертвы. Они все мертвы. Да. Вы правы. Откуда, блин, у вас такое спокойствие? Мы умираем. Сколько у вас воздуха? Максимум минут 20. У меня скоро все. Вот-вот уже пойдет СО2. Страски? А чего ждать-то? Я хозяин своей судьбы. Стой, Страск, что ты творишь? На, сам себя убил, короче. Ну все, все, наверное, да? Блин, прикиньте, типа вот это стрёмно, кстати, так помереть. Мне почему-то представляется, когда воздуха не хватает. Это тебе все не хватает, не хватает и не хватает. И вдруг какая-то невероятная боль, мне кажется, по всему телу. Ну вот это вот, когда вот ты не можешь вдохнуть. Давайте, для информации. А, им не открыли, видишь? Что за хрень? К апокалипсису готовятся? Омикрон на карантине, поэтому не ответили на наш вызов. Эй! Господи, Страски, это же радио. Ты как будто напрямую докричаться хочешь. Джонси, ты там как? Слушай, я знаю, что ты из молчунов, но все-таки иногда говори что-нибудь, чтобы я знала, что ты в порядке. Джонси? Джон? Открывай! Твою мать! Джонси там написано. Давай опять в пристройку, может пробьемся. Мы теряем Джонси, надо вернуть ее внутрь. Соберись уже! Альвара, мы сейчас ей ничем не поможем. Включай стазис, давай проверим пристройку. Не очень понятно, чем все. Что они там? Произошло, короче. Я бы тут везде воду закачал, чтобы этих тварей не было больше. А что? Серьезно? Каким другим входом? О чем вы? Так. Омикрон, видимо, все оранжевое. А, подъемник, путь челнока. Вход синенький. А, все-таки там, наверное, нам надо. Тоннель челнока. Портальный какой-то кран. Флитель. Рыбный садок. Твою мать, что это за херня? Подъемник, путь челнока. Сети энергоснабжения. Ну, короче,
Если что, обратимся к этой схеме, скорее всего. Блин, ну зашибись, а что смысл тогда нам? Так, ну если здесь вход, то... Подожди, может быть, знаете что? Надо все-таки реально вниз туда. Ну а смысл, мы тогда снимали это все с карантина, чуть не понимаю. Или я опять сдохну? Я просто не знаю, мне кажется, что все-таки туда нам надо. А если я по краешку пройду, нормально будет? А чё? Надеюсь, это верный путь. Да, чувак, ты уж надейся. Видимо, нам вниз. Я так и думал, что все-таки здесь что-то есть. Не зря так сложены эти конструкции, так все сложены. Там еще и внизу, по-моему, что-то есть. Или и с той стороны. А что трещит-то все? Идет слив. Толчка. И сейчас нас монстр тут встречает. Просто... Да твою мать, завис. Чё там еще раз? Костюмчики, да, верно. Охренеть. Что с ними случилось? Ничего не дает нам это. Ладно. Внимание. Блок сдерживания. Вроде бы там было что-то непонятное. Так, тут ничего. Ух ты, как красиво. Здесь все такое. Все в лампочках. Полное блокирование станции. Отмен. Станции отмены на терминале комнаты погружения. Чё трещит-то, я не понимаю. Значит, полное блокирование станции отмена. Что-то мне как-то здесь не по себе стало. Ладно, ладно, ладно. Да что такое? Что тут? Новый враг какой-то у нас. Блин, сколько всего-то. Цех восстановления роботов, диспетчерский, изолятор комнаты. Комната погружения. Слушайте, нервов не хватает. Кто там ходит-то? Мне кажется, со светящейся башкой будет сейчас хрень. Это надо прекратить. Черт. Это искусственный интеллект хочет нас убить всех, да?
Блин, ты просто, ты один против всех. И женщина-робот, которая тоже зависит от того, от тебя, короче. Что надо сделать-то, я не понял. Что это такое у нас тут? А, ну это полное блокирование станции. Хорошо или плохо? Ладно, пока фонарь включим. Барокамера, хорошо. О, ёлки-палки. Даже не знаю, нажимать или нет. Ага, здесь койко-место. Ну, мы в какой-то больничке, короче. В лазарете местном. Еще есть трамадол какой-нибудь, не знаю, убиться хочется после всего этого. Метадон. Ладно. Давайте, я не помню название, не буду их запоминать, но все равно, на всякий случай. Северный, что-то там. F2. Ой, какой коридор. Так, только без скримеров, пожалуйста. Так, я вроде там ничего не пропустил, да? Сейчас, и такая в тоннеле там бежит за тобой. Ух, ужас какой. Ага. В шкафчик можешь залезть. Черт. Все, назад пути нет. Скорее всего. О, смотрите-ка. Так, планшетник. Энергокостюмы проверены и готовы. А, ну тут больше просто инфопанель, короче. Энергокостюмы Хаймацу. Хаймацу! Руководство по использованию. Соблюдайте указания, вы убережете от несчастных случаев сами себя и своих коллег. Хорошо. А, ну мы это видели на той станции, где мы не могли справиться. Я не мог справиться с компьютером, с этим. Здесь что, покликать нельзя? Ой, случайно. Здесь не комната безопасности, скорее всего, раз она это здесь. Это омикрон? Все такое простое, такое ограниченное. Надеюсь, не потому, что у меня инструмент разваливается. Че? Так, надо найти вам энергокостюм, чтобы нас не раздавило в толще воды, как жестянку из-под газировки. Думаете, мы найдем такое, в которое я влезу? Я ведь как бы уже в костюме. И меня это беспокоит. Вы помните, как вас переместили из Ванкувера? Торонто. В общем, сюда. Как я мог забыть? В общем, мы это сделаем еще раз. Хотите послать меня в будущее? Да нет же, Валдавы. Я хочу переместить ваш разум в новое тело. Что? Слушайте, мы уже знаем, как это делать. Фактически обычное дело. Необычное, Кэт. Нифига оно необычное. Должен быть еще какой-нибудь способ спуститься. Только Данбот над этим мог выдерживать такое давление, и вы видели, что случилось. Так придумайте что-нибудь. Саймон, прошу вас, не надо так быстро переключаться. Подыграйте пока. Найдем что-нибудь еще отлично, а если нет? Ничего не обещаю. Спасибо, Саймон. Осмотрите комнату. В ней должны храниться энергокостюмы, если они еще остались. Хорошо, найдем сейчас энергокостюмы. Сначала надо сбавить груз мне. А что ж, я сбавил груз. Все. Там трое идет по телеку. Честно. Активировать терминал. АБВГДЕ. Если остались энергокостюмы, ищите их в раздевалке. Все эти, как их там, весь текст в игре перевели, даже вот эти вот буквы. Ну ладно. Это у нас воздушный шлюз. А в какой раздевалке? Удаленный контроль. Ага. Ну вот костюмчик. Я так и думал, что там мужик.
я нашел энергокостюм. Внутри мертвая женщина, ну, вроде как женщина. Как и у тела в пристройке, головы у нее нет. Мерзость. Хотя, может быть, это к лучшему. Поищите рядом терминал и попробуйте его загрузить. А я думаю, они закрыты. А, здесь, видимо, пусто просто. А чё, вытащили бы и всё? Блин, у меня динамики в игре что-то плохо работают. Ну, в смысле, звук. А может, что есть? Аудио. Нету. К сожалению. Динамики херовые. Я не слышу особо звуков некоторых, которые передо мной или за мной. Конечно, проблемка. Рейли Хербер. А, это Хербер, который мы слышали. Не тратьте время, Саймон. Активируйте энергокостюм. А, вот. А почему? Почему буквы Г нету? ЕФ. А, A, B, C, D. Понял. Да тут по-английски. Видимо. Материал не лучшего качества. Но списывать еще рано. Помните, что мы нашли на тезе? Костюм, который вы носите, это, по сути, энцефалочип, от которого работают на встроенных аккумуляторах несколько литров структурного геля. И ваша мертвая коллега, Имаджин Рид. Именно. Если подумать, нам невероятно повезло. Мы нашли костюм, в котором уже есть мертвое тело. Пожалуй, вы правы. А как насчет нее? С чего вы решили, что он подыграет? Это же не магия, это алгоритмы. Заданный шаблон. Нио не сможет нас отвергнуть, даже если бы он мог этого хотеть. Все же не радует меня этот план. Как-то неправильно. Прошу вас, я не могу сдаться. Мне нужно запустить ковчег. Значит, нам нужен энцефалочип, структурный гель и набор аккумуляторов. Да, тот еще списочек. Спасибо. Я буду здесь, если вы не против. Я вернусь. Видимо, нам сюда. Искать всякую мутатень. Ой, блях ты, муха. Придется тебя доставать. Или нет? Послушайте, нам нужны энцефалочип, энергоблок и структурный гель. А, понял. Hello? Никто там не появился? Структурный гель. Натрий хлор. Натрий хлор, что это такое? Соль, что ли? Таблетки всякие. В помойке порыться. Нет. Так, ну вот тут какая-то... Тут еще что-то я не вижу. Очень интересно. Склад. Вот здесь наверняка что-то есть. Все заперто. А чё? Керосин. Что-то мне кажется, ничего нельзя подобрать. Да, что-то нихера нету. О, а там море. Эх, структурный гель. Так, а вот здесь что у нас? Видимо, ничего, да? Электрическим током. Да. Печально. Что-то ничего пока не находится.
Твою мать. Сука. И что-то сейчас появилось вот тут в центре. И... за стеклом. Чвякает все. Йохарос. Мертвец, найденный этим утром в подъемнике, был опознан как... Ну ладно, продолжим в следующий раз.